Несмотря на то, что пробный урок длится всего полчаса, мы успеваем пройти, проанализировать сразу три этапа. Первый этап – это знакомство. Даю ему в руки инструмент, чтобы он показывал ему, какие бывают виды гитар. Мне всегда хочется в эти полчаса больше музицировать. Спрашиваю, какие жанры музыки его интересуют. Показываю варианты развития событий. Второй этап. Мы непосредственно знакомимся с инструментом. Показываю, как правильно держать в руках инструмент. Мы обязательно пробуем, мы обязательно смотрим, определяем объем легких. Начинаем с нотной грамоты, охватываем некоторые азы. Которые можно прям вот сразу сесть за ударную установку и уже начать играть. Третий этап – это составление индивидуального учебного плана. Вставляем план, график занятий и в каком порядке, в какой последовательности мы будем разучивать вот этот весь учебный материал. Составляем общий вектор движения, как мы будем двигаться вперед, развиваться.